السلام عليكم. الله أكبر كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. اسمع يا فتيني. الله الله أكبر. إيه. فتى. اسمع يا فتيني. اسمع يا فتيني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Рустам Хадрат, который все время звонил, переживал, он передавал. Лично приехал встречать. Молодец, молодец. أبو كم مكتب الله محمد 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 زينب بارك الله بارك الله بارك الله رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد أهل الحق يا رب العالمين تبيدوشي بزنايوشي سلاوة تبي свидетельствуем, что ты самый единственный Господь всей Вселенной, всех миров. Благодарим тебя, что мы здоровы, в здравии вернулись к себе на родину, в Москву. И дай Аллах, чтобы эти дни, которые мы провели там, были для нас как бы старанием на пути Аллаха. И было бы проявление сабра, на получение ибрата. И дай Аллах, чтобы те люди, которые не по праву находятся, значит, в этих местах ограничения свободы, скорее вернулись бы к своим семьям, к своим близким. И дай Аллах, чтобы Твое Слово было всегда первенствующим в нашей жизни. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун, ва саламун аляль мурсалин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар кабира, вальхамдулиллахи катира. Сейчас, уважаемые братья и сестры, долго держать не будем, вокзал. Я хочу сказать, я вам возвращаю шейха Махмуда обратно, родную семью. Дальше основная цель — его реабилитация. Вы знаете, я мне неустанно повторял, он осужден за веру. Они пытались в местах лишения свободы изменить его восприятие исламского мира, не удалось. Он вышел еще укрепившим свою веру, немножко подпортил здоровье. Но за это мы спросим этих людей в последующем. Сейчас основная цель моей жизни – профессия адвоката, оправдание нахождения в этом, чтобы доказать, что он был осужден несправедливо за веру. И его нахождение дома дает мне больше таких возможностей, так как, думаю, сейчас в остальном будет все нормально, все это услышите. Самое главное – живое здоровье. Махмуд Хазрат, как настроение? Настроение как? Альхамдулилля, альхамдулилля. Вот вышел, все встретили, близкие, знакомые, которые там находились, все встретили, обнялись, сделали дуа. Первая благодарность Аллаху, потому что человек выходит, не значит, что его срок настал, а из-за того, что от Аллаха время настало. А когда от Аллаха время настает, то вот, получается, меня Аллах выпустил, Аллах освободил меня, Аллах дал возможность дотерпеть до этих дней. Поэтому все, прежде всего, это решение и желание Аллаха, субханаху ва тааля. Альхамдулилля. Вот спасибо тем, кто пришел, что пусть Аллах вас наградит, что вот переживали. Переживание — это тоже один из видов ибадата, если он делается ради Аллаха. Радость делается, если ради Аллаха, тоже это ибадатом превращается в поклонение Аллаху. И вообще мы созданы для поклонения Аллаху, субханаху ва тааля. Дай Аллах, чтобы мы еще каждый, что нам предопределено, оставили след в исламе, в исламском обществе. Дай Аллах, чтобы мы поправились. И также мечта, которая у нас была,
сердце осуществилось наяву в действительности. Аминь. Что, будем двигаться? Давайте. Аллах, Ислам, это... Салям алейкум. Исмаил. Как же сильно ты оспал? У вас и так же резинки поспали? Машина с той стороны. Да нет, ты в какой-то форме непонятный. Нас воспринимают, все говорят, мусульман судит, говорят, они экстремисты. То есть, соответственно, они революционеры. Но раз так говорят, я пытаюсь обличиться какую-то форму, чтобы было. Мы найти, должны свое место найти для того, чтобы изменить то отношение к нам. Может, это поможет найти общий язык. Смелость, которую вы проявляете. Я, конечно, помню, когда я смутился, у меня был Вадим. Очень хорошо. Ноги как? Ноги. 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 Да, я вижу. Это увидел, удивился. Не испухли, все нормально. Ничего. Ничего. Астрахани видел, там сети видел. Как-то там кажется, очень много халял уже. Конечно, конечно. Там же это Русмея надо было. Там дагестанцы, по-моему. А сын мечи там одна есть. Заведует ли? Тоже дагестанец. Да, был я там, да. Был он замандой. Да, был я у него там. Он даже нам в мечетью. Они, оказывается, в одной мечети все выкупили. Там дома все эти. И стало площадь в мечети больше стало. Внутри они сделали очень хорошие дограды для помоления. Все там книги есть. Потом Мумбар брали от первого ряда, и он не прекращает. А сколько там молитв? Ну, если взять внутри мечети, ну, где-то там 1000 человек. Это да. Красная мечеть, так называют, да? Да. А еще на этом, в самом, этом, как говорится, на улице помещении, там помещается где-то. Самые больше всех собираются. Угу. Да, да. Кстати говоря, на вечере памяти Архана Джамала, он тоже был, там тоже вспоминали это все. Везде, где мусульмане собирались, мы вспоминали вас, за вас говорили. Конечно, я пытался не дать забыть вас, конечно, все, что возможно, я делал. Всегда это было в чем-то. Да, А пошарочники не дала? Панда парковка. Парковка на Хальчангу. Все нормально, все хорошо, не надо. Ладно, не надо расставить. Все, иншаллах. Ну давайте пойдем в эту движение. Мне предлагает Амина, блядь, садиться. Она вся. Она вся сейчас командой мужчин. Да, так же. Дома встретимся. Давай. Я дома его сдам по акту. Здесь в вокзал нельзя. Да. Вы не соскучились по дому? Да, вот сколько начнем сфотографироваться. А меня приятно, что все разрешение оттуда. Да. Как? А я на нее вообще не садился. А у нее есть такая шикарная машина, что она хочет первым взять меня. Я понял. А по улице сажает. Я понял, это полетело специально, приехал там в программу. Так? Вот я говорю, что на этой машине, смотрите, чтобы отложить на его машину.